Баскетбольный клуб «Енисей» не остался в стороне от празднования Дня знаний. В качестве почетных гостей на линейке в своей родной школе побывали серебряные призерки чемпионата Европы среди девушек до 18 лет, а также игроки женской команды баскетбольного клуба «Енисей» Жанна Бязарова и Наталья Гришкевич. Поприветствуем их! Всем добрый день! В этой школе мы с Наташей проучились 4 года, и нам успешно удавалось совмещать спорт с учебой. И мы очень хотим поблагодарить всех учителей, которые дали нам эти знания, которые относились к нам с пониманием, с терпением. Теперь мы с Наташей студентки, и нам будет очень не хватать школы, потому что она стала для нас вторым домом. Всем ребятам мы хотим пожелать успеха в учебе, крепкого здоровья и удачи. С праздником! Что касается девочек, вообще баскетбольной команды, отличается тем, что очень дружны, очень высоконравственные и очень хорошо организовывают свое рабочее время. Они знают, что они заняты, и поэтому ни одной минуты на уроки не пропускают, и дома работали в полную меру сил. Я знаю, что когда они ездили на соревнования, то в поезде организовывали взаимообучение. Вот. Так что я очень рада, что в моей жизни были такие девочки, как ученицы. Не знаю, с самого детства очень легко давалось учиться. Никогда не было, не зубрила, ничего такого не было. Просто приходила на руки, понимала. Уезжали всегда на соревнования, всегда там занимались сами, помогали друг другу. Сюда приезжали, вот кто в классе оставался, они нам тоже помогали. Вот, у учителей как бы мы вызывали доверие, ну, уважение и все, и потом просто они с пониманием к нам относились. Профильный предмет был обществознание и математика, а с таким предметом только на экономический. Но я как бы особо не горела желанием больше никуда идти. Так. Педагогически, как и вся остальная команда на физвоз, я не захотела идти, потому что у меня мама учитель физкультуры. Я этого насмотрелась вдоволь, и мне вообще этого не хочется. Мне нравится математика, мне нравится биология. Хотела бы пойти врачом, но с командой все вместе, как бы это сложно будет тренироваться, и я хочу лучше играть. Ну, а я поэтому на физвоз пошла, потому что как бы я вот нигде себя больше не представляю. Самые сложные, безусловно, игры были. Игры причем с соперниками, которыми не ожидали. То есть ставки ставили на другие команды, но получилось по-другому. То есть с более слабыми у нас были самые сложные игры. Для меня, наверное, было более сложно, это психологический момент. То есть, ну, мы были, во-первых, чемпионами, нас это давило. Ну, и то, что уже когда за два года все изменились, прибавили, и как бы так все было, ну, неожиданно. То есть все подросли, все прибавили, а мы как-то, ну, можно сказать, не очень прибавили. Именно в этот день перед нами играла наша сборная, решающую игру с француженками, и проиграли. Но мы надеялись не обращать на это внимания, хотели отомстить за нашу сборную. Ну да, думали, никак выиграли, это с нами, да, не будет связано, но получилось. Вначале как бы, да, расстроились, думали, ну ничего, мы их выиграем. Ну, я думаю, у них было огромное желание, мне кажется, даже больше, чем у нас было желание, хотя у нас тоже было, но не маленькое. У меня мама сама была баскетболисткой, она меня отдала в баскетбол. То есть это по ее воле я начала играть. Она, конечно, возмущается, ей хочется, чтобы я училась. Но и в то же время ей хочется, чтобы я ездила, чтобы в сборную попадала. Я говорю, езжу в сборную, говорю, поэтому у меня так часто не бывает, говорю, поэтому не видимся. Она психует, злится, я говорю, ну ты сама мне так. И, ну, в то же время на учебу мне давит, его должна учиться, должна. В принципе, сильно никуда не лезут, ну и не давят на меня, что учиться так, чтобы троек не было, чтобы не выгнали, главное, да и все, как бы. А так все время поддерживают и переживают, ну и радуются победам. Да, это, наверное, знаете, уже как сестры. Просто мы живем уже сколько, 3 года или... Года 3, наверное, уже, ну вот прям постоянно вместе. То есть постоянно любые соревнования мы вместе, в сборную мы вместе, везде мы вместе, в любую команду, в любое место, всегда вместе.
До начала нового баскетбольного сезона в Красноярске осталось чуть меньше месяца. Сюжеты об играх, тренировках, интервью с игроками и тренерами, а также многое другое вы всегда сможете найти на клубном канале на YouTube.